Русская народная песня «Мы сидели на канаве». Исполняет ансамбль «Цветики». Этой обычаи. В каждом доме накануне праздника появляется лесная красавица, ель. Украшенная яркими шарами, гирляндами, серпантином, этот обычай мы позаимствовали у немцев. В Германии считалось, что ель, сохраняющая даже зимой летнюю окраску, обладала какой-то особой способностью не поддаваться зимнему оцепенению. Так елка и стала символом Нового года. И на нашей сцене еще одно музыкальное поздравление с Новым годом. Музыка Помазкина, слова Кощеева. С Новым годом! Исполняет хоровой ансамбль младших классов. Преподаватель Колесова Елена Сергеевна. Yeah.
Выбирались ели покрепче, да побольше, обвешивались детскими игрушками и вокруг елочки водились хороводы. Разрешалось даже залезать на елку и доставать себе с нее игрушки. После того, как празднество заканчивалось, оставшиеся игрушки снимали с дерева и раздавали детворе. Неудивительно, что праздник сразу полюбился детям. Нового года ожидали с нетерпением, ведь он был всегда самым веселым и радостным. И на нашей сцене прозвучит песня «Новогодняя» из репертуара певицы «Елки». Исполняет Ситникова Владлена и хореографический ансамбль под руководством рыбалка Ольги Викторовны.